Всем привет, с вами снова Сергей Романов, и сегодня я хочу сделать один небольшой такой обзор новому продукту. Я уже упоминал в своих прошлых видео, что для меня было важно заниматься голыми руками, чтобы я мог без перчаток, независимо где-то на турнике провисеть долгое время, какие-то делать упражнения даже с прокрутом, и чтобы руки выдерживали. Поэтому для меня было важно тренировать руки. Они натренировались, но есть одна небольшая проблема. Без перчаток руки скользят. То есть, если ты чуть вспотел или прошел дождик, и как бы штанга мокрая, то очень тяжело руками долго держаться. Поэтому хочется использовать специальный мел. То есть, или это на самом деле магнезия. Вы знаете, что все атлеты используют такой белый порошок. Это не тальк. Многие думают, что это тальк, потому что тальк на самом деле он увеличивает скольжение. А это магнезия. Она на самом деле уменьшает магнезию. Но у меня такого порошка не было. И я использовал на самом деле просто пыль. Брал с земли пыль, положил на руки, чтобы она как бы впитывала влагу, как бы, ну, таким образом сушил. И я стал в этот момент хотел купить себе магнезию, но я узнал, что существует такой новый продукт, называется она жидкий мел. То есть liquid chalk. Я вот покажу вам. На самом деле это такая жидкая магнезия. Вот. Тюбик 150 грамм. Для того, чтобы ее применить, требуется совершенно немного. У нее есть хорошее преимущество в том, что когда нанесешь ее на руки, и потом она не пачкается, то есть об одежду там или куда-то. И поэтому ее можно использовать в спортивных тренажерных залах. Потому что в тренажерных залах порошковая магнезия, как правило, запрещена, потому что она наводит очень много бардака. Люди ей пользуются, и она кругом раскидывается, как бы все вот в этом вот белом порошке, поэтому ее запрещают использовать. А такую можно использовать. Я еще ни разу ее вот не использовал. Я только что разогрелся и готов как бы сделать первый подход. Сделал всю растяжку, все необходимое. И теперь вот первый раз в жизни я попробую использовать. И свою как бы реакцию, я хотя смотрел уже по видео всякие разные ревью, и я знаю, что реакция будет у меня, конечно же, заранее. Может, у меня предупреждение, но что она будет хорошая. Значит, наложить надо совсем немножко, вот буквально чуть-чуть. Даже, может, я слишком много наложил. И потом нужно просто растереть по рукам. Так. И она должна очень быстро превратиться. Я прям чувствую, руки холодит очень сильно. И потому что это находит на спирту. Запах алкоголя очень сильный. И вот вы видите, как прям на ходу оно проявляется как бы. И также у меня ощущение, что руки сохнут. Очень сильное ощущение высыхания рук. Теперь давайте сейчас я еще досушу. Да, руки очень сухие, по крайней мере, это хорошо. Давайте я попробую, пройду эксперимент. Как было обещано, что он не будет оставлять пятен на одежде. Так что я приложу. Как вы видите, никаких пятен совершенно нет. То есть очень удобно заниматься в зале. И теперь я попробую сделать подходы, упражнения. О, это просто классно. Он держит просто шикарно, как будто я в специальных перчатках. Не хочется даже отпускать. Ну все. Ну, вот я уже больше не могу подтягиваться, но я могу еще держаться, и руки прям как плиты на турнике очень, очень плотно держатся. Представляете, я до сих пор держусь. Я так долго никогда еще не мог держаться на турнике. Даже могу на одной руке, чего я не мог. Ну вот, а теперь посмотрите на руки. Вы видите, что на них еще полно магнезии. Если бы я использовал порошковую магнезию, то мне приходилось бы ее, наверное, наносить перед каждым подходом. В данном случае одного раза мне хватит теперь, чтобы сделать все подтягивания, то есть полностью весь сет. Ну вот, такой продукт. Желаю вам тоже его приобрести. Если вы занимаетесь, это станет очень классным помощником и инструментом для вашего занятия. Всего доброго, до следующих встреч.